Китай готов сделать стоимость своего юаня более гибкой. Об этом, как сообщили китайские СМИ, заявил премьер Госсовета КНР Вэн Цзябао президенту США Бараку Обаме в ходе Восточно-Азиатского саммита на Бали. При этом китайский премьер отметил, что гибкость юаня в валютной торговле будет увеличена в обоих направлениях. Как полагают эксперты, под этим может подразумеваться то, что коридор валютных колебаний будет расширен в сторону как укрепления, так и ослабления стоимости национальной валюты. В настоящее время Народный банк Китая не позволяет суточной динамике юаня к доллару превышать 0,5% от центрального курса. Вэн Цзябао сказал, что более гибкий юань не всегда будет расти в цене, чего от китайской валюты также ждет Запад. Китайский премьер привел пример того, что недавно на срочных рынках курс юаня упал до самого низкого возможного показателя в установленном валютном коридоре, и что это падение не было вызвано искусственно. В этой связи некоторые аналитики опасаются, что заявление китайского режима об увеличении гибкости юаня – лишь очередной ход, чтобы сгладить критику в свой адрес со стороны западных политиков и экономистов, и фактически курс своей валюты Китай по-прежнему будет лишь занижать. Напомним, многие экономисты и американские законодатели считают, что режим в КНР умышленно не дает расти стоимости китайской валюты по отношению к доллару, обеспечивая тем самым китайским компаниям нечестное ценовое преимущество на международных торговых рынках. Эксперты также утверждают, что такая политика китайских властей ослабляет мировую экономику в целом.